Модная индустрия Франции будет работать по-новому. В стране законодательно запретили нанимать слишком худых моделей. За это грозит штраф 75 тысяч евро или полгода тюрьмы. Определять, не слишком ли истощена манекенщица, будет врач, который должен учитывать не только рост и вес, но и ряд других параметров, таких как возраст и телосложение. Хотя сначала планировали использовать минимально допустимый индекс массы тела, при котором модель ростом в 175 сантиметров не может весить менее 55 килограммов. Отмечу, ранее здоровые параметры для фэшн-индустрии ввели Испания, Италия, Израиль.